Памяти жертв Чернобыля. 35-й легкоатлетический пробег и велопробег прошли в Солигорске. Отдать дань уважения героям-ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС в районе лесопарковой зоны «Тропа здоровья» собрались порядка 100 человек. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 86. Организатором спортивного мероприятия выступил физкультурно-спортивный клуб Солигорского района. Ровно 35 лет с той страшной трагедии, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции. И сегодня жители города Солигорска, коллективы, среди специальных учебных заведений, средние школы, сегодня пришли сюда, чтобы своим спортом, чтобы пробегом, велопробегом отдать дань памяти тем людям, тем ликвидаторам этой страшной трагедии. Соревнования проводились не только с целью воспитания интереса населения района к спорту и здоровому образу жизни и пропаганды легкой атлетики, как одного из наиболее доступного вида спорта, также для выявления сильнейших спортсменов Солигорщины. К слову, принять участие мог каждый желающий в своей возрастной категории. В этом году участников пробега разделили по следующим дистанциям. Мужчины, юноши, женщины, девушки – 6 километров. Мальчики, девочки до 14 лет – 1 километр. Велопробег для всех возрастов – 6 километров. По итогам забега дипломами наградили 25 человек, которые оказались лучшими в своих возрастных категориях. Победителем велопробега стал Владислав Луцко, студент БНТУ. С друзьями мы пришли поучаствовать в этом соревновании. Мы отдаем честь таким образом. И я очень рад, что я попал на это мероприятие и занял первое место. Первый раз победитель, я рад, что все мои заезды, все мои тренировки окупились.